Мартинш Рубинис – первый обладатель медали зимних Олимпийских игр в истории независимой Латвии. Он завоевал ее в 2006 году в Турине. На зимней Олимпиаде в Сочи он также получил бронзу в командной эстафете. В честь этого в Латвии даже выпустили памятную марку с изображением спортсмена и других участников команды. Мартинш – двукратный чемпион Европы и двукратный вице-чемпион мира по санному спорту. Сегодня он активно готовится к Олимпиаде в Пхёнчхане, но уже в качестве тренера национальной сборной. Спортсменом быть было гораздо проще. Там ответственность ты несешь за себя и за свой результат. А сейчас в моих руках как бы гораздо больше ответственности, потому что на моих плечах стоит результат всей команды. Поэтому и подход, и то, как я смотрю на жизнь, как я смотрю на вещи, как я подхожу к этой работе, оно должно быть такое совсем без какого-то большого эго. Надо больше думать о других, чем о себе. Санками Мартинш увлекается с 9 лет. В 20 занял первое место на чемпионате мира среди юниоров, и в последующие годы ему доставались призовые места на различных соревнованиях. Параллельно с победами одолевали и проблемы со здоровьем. Так бывает у многих профессиональных спортсменов. Постоянные боли в спине – другая сторона полученных медалей. Вспоминает, в 20 лет чувствовал себя на все 45. Обрести новые силы спортсмену помогла медитация. В 2005 он занялся древней практикой самосовершенствования, которая пришла из Китая. Уже через полтора месяца все боли в спине исчезли. Кроме того, Мартинш пересмотрел свои жизненные принципы. Долго искал в своей жизни путь, чтобы и сердце говорило, что ты правильно поступаешь, и также не уходить в монастырь. И я лет 10 уже тому назад нашел такую замечательную практику Фалундафа. И эти принципы, на котором основана эта практика, истина, доброта, терпение, за последние годы очень изменило меня как человека, мое отношение к жизни, отношение к другим людям. Мартинш рассказывает, высокие нравственные требования помогают ему тренировать и направлять спортсменов. Сделайте то самое лучшее, на что вы способны. Я знаю, что такого, как большого везения или неудачи, нет. Есть только свой порядок вещей, который прилагается и показывает то, на котором месте мы находимся. Соревнования по санному спорту в Пхёнчхане пройдут с 10 по 15 февраля. Будет разыграно 4 комплекта наград.